Правда, хочется отметить, что ротвейлеров мы видим на соревнованиях в Японии часто, и поэтому только за это эта собака заслуживает ваших аплодисментов. Мы наблюдали очень хорошую и уверенную, убедительную, я бы сказала, работу собаки по защитному разделу. Просто помощником. Хотелось бы видеть чуть более быстрое и энергичное движение собаки по направлению к первому крюку. Также более быстрое и энергичное движение собаки по направлению к шестому крюку. А только дешварительное. Удержание облаивания. Собака быстро обнаруживает фигуранта и сразу начинает его облаивать. Облаивает плотно, энергично и ритмично. Оценка высокая, хорошо. Ну, у меня тоже, на самом деле, у меня база. Это, да, соревнования по лазоложности. Ну, я же не тут, конечно, занималась. Сейчас я выйду из укрытия. Нет, я сейчас. Выйди из укрытия, прошу. Ну, это база, соревнования вообще красные. Никакой не было. Я вообще в ванной занималась. Ванной? Ну, а я сама, в принципе. То есть я как бы начинала, да, вот там, в предыдущем. Предотвращение попытки к бегству помощника. Собака демонстрирует хорошее управление. Быстро реагирует на попытку бегства помощника. Хотелось бы видеть чуть более глубокую и чуть более быстро произведенную схватку. Отпуск собака делает быстро, фаза охраны без замечаний. Собака охраняет фигуранта внимательно на подход проводника, не отвлекается. Оценка хорошо. Отражение нападения сразу охраны. Собака быстро превращает попытки нападения. Хватка полная, крепкая. Отпуск без замещаний. При подходе проводника собака демонстрирует незначительное освещение. Оценка очень хорошо. Тем не менее, как бы. В прошлом году я тоже еще раз, ну как бы, ну, в интенсивном, да. Хлеб мы любим. Только единственное, что там несколько срывов у нее было еще там. Ну, не в останке, но в прошлом году тоже шли там, вышли один раз, который там был сексист. Свет хорошо, что-то с 90. Свет у нас 90, причем перед светом на самом деле у нее срыв был очень нехороший. Буквально за 3 дня, да, она у меня абсолютно полностью в аркас. Вообще полностью. Ну, вот у меня он шел. Вот просто совсем все не хочу, не пойду, все. Причем даже не то, что там я ее убила, да, или еще что-то. Просто как бы, ну, я в моменте. Собаку изделили. Собаку демонстрирует отличное управление. Хватка энергичная. Фаза давления без замечаний. Единственное, что хотелось бы видеть чуть более плотную хватку. Отпуск при собаке демонстрирует быстрый. Фаза охраны без замечаний. При подходе проводника собака не отвлекается. Какая-то, когда на Украине есть, там кто-то рядом, он пошел, допёрся, мне туда шел, а мне так когда он всё теряет. Пошёл и конвой, следующий. На сегодняшний момент общая оценка очень хорошо, 88 баллов. Ура! Ладно, дальше пошел уже никуда. Понятно, на сюда так.